Всем добрый день! Вы на канале Сад Александры. Я вам обещала показать обрезку гортензии. У нас тут уже дождик крапает. Она вот, правда, начала просыпаться. Это плохо, конечно. Это у меня Little Lime. В общем, Little, говорят, много нельзя обрезать. Их нужно делать высокую обрезку. Среднюю либо высокую вообще не трогать. Но мне надо привести кустик в порядок. Поэтому все тонкое я убираю. Вот это вот. Вообще под ноль. Так. Вот здесь, видите, стригли. Пошло разветвление. Но вот это вот оно минимально развилось. Можно, вот я хочу где-то 4, вот так, 1, 2, 3, 4 оставить. Вот это вот, но она такая себе. Поэтому ее тоже уберу. Что-то, ух ты. Вот так. Так вот это совсем уберу. И вот это вот оставляем. Так, вот тут вообще все сухое. Вот. Здесь, значит, я хочу оставить, вообще поставляю по 2, по 3 междоузлы, но так как это низко росло, поэтому я оставлю побольше. То есть, вот получается 1, 2, 3, я по 3, они вот видите еще большие, а здесь вот чуть-чуть сниму, чтобы она была посильнее. Где-то на сантиметр от почки. Одной рукой не очень удобно. И здесь тоже так же. 1, 2, 3. Вот эту четвертую оставлю на всякий случай. Видите, у нее аж 4 вот почки. Ну, дождик, вовремя ты пошел. И здесь тоже. 1, 2, 3. 3 оставлю. Вот это все обрежу. Вот помощница моя, Бубличка. Да, мой сладкий? 1, 2, 3. И вот подальше уберу. Так, мой сладкий. Ну, вот эту тонкую можно было бы всю удалить, но я ее пока оставлю, извиняюсь. И тут 1, 2, 3. Вот так вот. Оп. Это уберем. Ну, в общем, вот так вот и осталось. Ну, если Бубличка вам даст посмотреть. Зайчик, дай посмотреть другим. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Вот это подлиннее получилось, потому что здесь междоузлия. Хотя вон, 1, вот видите, почка живая. 1, 2, 3, 4. Можно было бы здесь убрать. Но это можно всегда подрезать. В общем, вот это я все попробую взять на череночки. Это у меня Little Lime. Все. Потом дальше вам покажу еще на других гортензиях своих. Всем пока!